В Махачкале завершилось первенство Дагестана по спортивной гимнастике. В турнире приняли участие 35 спортсменов. Всех дагестанских гимнастов в видеообращении поздравил 4-кратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Хочу поздравить всех, кто занимается спортивной гимнастикой в Дагестане. Крепкого здоровья, успехов, любить свое дело, то, чем вы занимаетесь. И здоровья и добра вашим семьям. С уважением, Алексей Немов. До встречи. Первенство Дагестана провели в вольных упражнениях на перекладине, кольцах и брусьях. Лучшими гимнастами по итогам состязаний признали среди юношей Ислама Магомедова, Курбана Мустафаева, а вот среди девушек Паризу Шихзагирову и Марьям Эфендиеву. Теперь воспитанники тренеров Александра Сафошкина, Татьяны Набиевой и Заиры Абидовой будут готовиться к зональным соревнованиям.